Всем здравствуйте. Я посетил храм. Один симпатичный. В честь прихода Божьей Матери. Неупиваемая чаша называется. Основан он в 1998 году был. Сейчас, правда, до сих пор ремонтные работы ведутся. Находится в микрорайоне Слепянка. Ну, это город Минск фактически. Явно не центр города. Чуть на окраине. Был он освящен митрополитом Слуцким Минским. Достаточно маленький, простенький, красивый. Пока он строится, в жилом доме ведутся богослужения, ну и так далее. Сюда вход пока запрещен. С той стороны злая собака написана, я не знаю, правда. Если здесь собака. Ну, я думаю, ремонтные работы уже скоро завершатся. Если люди дадут денежки на его дальнейшее открытие строительства. На сегодня все. До встречи, друзья, с наступающим вас всех Новым годом. До свидания.